Всем привет, ребят, вы на канале Маргулис Channel. Мы продолжаем проходить четвертый Silent Hill. Значит, закончили мы метро и сейчас спускаемся, по идее, дальше в локацию леса. Опа, а мужик какой-то. Да, там какой-то мужик на колене. Рядом какой-то еще здоровый чувак стоит. Не иди так быстро. Тетя, тетя. Давай, сохраняемся. По идее, мы все время спускаемся по спирали вниз. Все локации придется пройти, в которых мы были. Об этом и говорилось-то. То, что нам нужно спускаться там, в черную червоточину мира там. Окей. Здесь без изменений. Ну вот правда расстраивает эта тема, то что кошечки беснулись. Ну и ладно. Так, тут ничего. О, папки переместились. Опа, она клацает. Это клацает. Блин, чтоб сохраниться, и то урон получаешь. Охренеть. Все, потопали. Да-да. Залезаем в отверстие. Технологическое отверстие номер два. Сильно меня покоцали, интересно, дома. Блин, надо было выложить все предметы. Да. Придется вернуться. Предметы в метро уже не пригодятся, жетоны и так далее. Они только будут занимать инвентарь, и меч за одно преткновение тоже можно заткнуть. Убирать, заткнуть. Кстати, эти заставочки, оказывается, можно пропустить, пока он глазами промаргивается. Аккуратненько так из-под угла выглянуть. Так, лист оставляем, вот это дело убираем, ну и все, по идее. Так, нам надо вот сюда. Кстати, засыпается он до сих пор в кровати, а лезть надо в кладовку для перемещения. А, в принципе, сохранение это было. Чё ты переживаешь? Кровяной след появился. Провалы. Так, вторая локация. Лес. Я не могу просто бросить. Я там доковыляет, все, пришло. Вот непонятно, сколько у нее здоровья и как быстро она скопытится, сколько она урона может получать, тоже не объяснили. Если ты ее завалил, короче, то получается у тебя и концовка будет другая. Тут непонятно. Так, надписи. Тут тоже какая-то странная надпись.
Понятно. Читать мы не можем. Так, по-быстренькому давим. Блин, никак. Там что-то про гроб. 121. 11, 121. Получается, первая жертва. Напиток третий. Давай, наверное, используем. О, собаки. Здравствуйте, товарищи собаки. А, ты сука. Главное, резко с ними себя не вести, а то они начинают нападать сразу. Так, и по-моему, тёлку я забыл. Ну, точно. Давай еще раз используем. А это там несется от мотылей. Давим, давим. Ну давите. Ну, баба, кстати, не может раздавить. Так. Все. Понтропупили. Повнимательнее, может быть, здесь что-то смотреть. Нет, Роберт, ни хрена полезного вообще нет. Ну, этот камень она не читает. Здесь просто фонарь висит. А, здесь просто раскопана могила. На дне гроба вырезаны числа с 11-121. Хорошо. На подсвечнике что-то написано. Святое пламя. Это факел. Взять. Возьмем. Им можно драться. Его можно зажечь от огня, чтобы освещать темные места. Если обмакнуть факел масло, то он будет дольше гореть. Угу. Так, ну тут его зажечь. Не что. Не обо что. А в прошлый раз я там вообще начинал. Ну ладно. Любой каприз и на ваши деньги. Зажечь. Опа. Так, мужик. Блять, баба там осталась. О, а он исчез. То есть его таким образом можно обмануть? Нет, он пришел. Да, смотри, человеческая голова. Проверить? Взял голову куклы. Хорошо. Факел потух. Удары замашистые, но от него можно свалить. Женщина. Женщина с нами. Убегаем это. Так, она опять, да, отстала. Все, теперь по идее догоним. Да. Она успела. Ага, это у нас сожженная церковь или что-то в этом роде.
во всех четырех частях стопудово будет какие-то запчасти от купола, скорее всего. Надо как-то от бабы избавиться, я думаю. Давай. Не догонишь. Да, ее со мной нет. Блин, она со мной. Ладно. Есть еще тот, кто? Так, вот тут лечебный напиток. Хорошо. Возьми. Вот. Блин, этот мудила уже как тут. У него еще оружие меняется. А что, так можно было? Прочитать? Не, никак. Так, вот там горит что-то. Поэтому зажигаем факел. Тоже какая-то странная надпись. Я не могу прочитать ее. Нет. Я могу прочитать эту надпись. Похоже на какой-то дневник. Здесь написано 17 октября. Важная дама сказала, что моя мама спит в Эшфилде. У меня тоже есть мама. Я так счастлив. Я хочу увидеться с мамой. Где вообще находится Эшфилд? Неужели это леса Сайлент Хилла? И факел потух. Короче, драться им нельзя. Еще один питатель. Ну слушай, раздают. Давай похилимся. Ладно, что-то взять. Воду нет. Зарядом, может быть, что-то в комнате изменится. Ну, факел стопудово потухнул. Эл. У меня уже в комнате косы. Зашибись. О, записулька. Моя теория в том, что Уолтер не умирал в тюрьме. Возможно, кто-то другой совершил самоубийство, или же человек, которого арестовала полиция, не был настоящим Уолтером Салливаном. Я не могу выяснить, что на самом деле произошло в тюрьме, но так или иначе, Уолтер там не умер. Мужчина в плаще, который объявился здесь, был настоящим Уолтером. 7 лет назад он что-то сделал в этом доме. Я верю, что существует связь между этим и странными вещами, которые тут творятся. Еще чуть-чуть, и я распутаю это дело. Возможно, я даже узнаю, что настоящий Уолтер где-то рядом. 17 число. Окей. Полезли назад. Попасть еще вот туда дыру надо. Я не знаю, насколько вообще, в принципе, безопаснее дома уже находиться, чем в других мирах. Хотя бы хилы дают нахрен. Дома тебя только коцают. Так, ну давай еще раз зажжем. Я не могу почитать.
Здесь написано 14 октября. Я хорошо читал сегодня. Я был так счастлив, но 21-е таинство для сошествия Святой Матери было очень трудно. Все. Здесь написано 16-е. Факел со временем тухнет. Ошибись. Давай, читай, что там 16-го. Пока настроится. 16 октября. Сегодня приходили какие-то важные люди. Одна из них, Дал. Тут обрывается. Дальше не могу прочесть. И все, что я думал. Так. Давай еще раз. Зажженным факелом посмотреть, что там можно в округе собрать. Да вообще не подняться. Стой. Колодец. Вижу человеческую ногу. Ага. Слушай, ну я понял примерно. Надо искать колодцы просто. Серебряные пули. Хорошо. Блин, а это, кстати, последнее, что я могу собрать. Ладно, пойдем в центр. Где он тут? В центре было сохранение. Так, мужчина. Кто первее из вас? Да, дамочка. Быстрее бы оказалось. В принципе, понятно, как это все дерьмо работает. Просто ты бегаешь, ищешь колодцы с факелом. Собираешь части манекена. Баба тут? Нет, она осталась. Или бы по-хорошему, конечно, выложить это все. Мне инвентаря не хватит. Серебряные пули можно выложить. И части их куклу. Что делать? Лезем обратно. Мне просто следующую деталь даже не собрать. Можно аптечку выложить. Тут, скорее всего, будут их еще. Да. Две части я собрал. Получается, еще осталось 3 или 4. Ну, короче, руки, ноги. Башка есть. Там стеночка грязная уже. Так, вот это выкладываю. Вот это. Хотя бы так. Я думаю, можно, в принципе, и ствол выложить. Ладно. Пусть будет на всякий случай. Пригодится. Нога, голова, осталась еще нога, две руки. Настенка не догнала. Попробуем ее там прямо ставить. О, здрасте. А вот хилы издалека уже заметил. Дульки. Не попадет. Ай. Ну это лучше, чем их мочить по очереди. Они же встанут.
Слушай, на хилов прям навалил, я смотрю. Чтобы, блядь, мне места не оказалось, да, наверное? О, пацан. Здорово, пацан. Ты Уолтер Салливан? Так все меня зовут, но по-настоящему у меня нет имени. Как и дома. А как насчет мамы и папы? Да, но я никогда их не встречал. Они покинули Саут Шеффилд Хайтс сразу после моего рождения. Но скоро я смогу увидеть маму. Ты знаешь, где она сейчас? Да, конечно, там, где я родился. Многие пытались остановить меня, но теперь все хорошо. В Писаниях сказано, что я буду с ней. Мне нужно спешить, мама ждет. Какой-то медальон, кстати. Здесь какой-то подозрительный медальон. Медальон с узором. Ага. Так. Ну давай посмотрим. Еще что-то. Для револьвера. Все, у меня места нету. Печалька. Кстати, очень-очень кстати. Мы здесь сейчас все выложим. Медальон. Пули. Пару банок, наверное, хилов мы выложим тоже. Прям надо с этой комнаты сразу же только очнуться, выбегать. Так, мы выкладываем. Пока я не знаю для чего. Это выкладываем. Вот это. Давай, наверное, пистолет тоже. Можно вполне и без него справиться. А факел явно пригодится. Сейчас попробуем по этому пятачку с факелом побегать. Может быть, что-то там есть. Либо где две здоровенные эти тетки. Так, поджигаем. Ну тут. Надписи он все равно читать так и не научился. Верхняя часть статуи отсутствует. Это была какая-то богиня или что-то такое. Блин, а может быть сюда как раз и надо? Ложку надо приладить. Не факт. Наверное, остальные части пока поищем. Куда их пришпандорить, то это дело другое. Ну вот этих ребят тут точно не хватало. Аж втроем. И... Тихо. Ну тут ни колодцев, ничего такого я особо не вижу. Давай вот здесь повнимательно. Нет, вот он колодец. Так. Как-то надо факел донести. Горит он не очень долго. Но, тем не менее, времени немного есть.
Так, и сразу вот сюда. Где колодец? Блин, а где он? Сейчас заново, походу, побегу. Тухнет, 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 тухнет. Все, успел. Правая нога получил. Валим отсюда. О, женщина. А я про тебя уже немного даже подзабыл. Какая она тут не сообразила. Надо от нее валить. Самую дальнюю часть комнаты. Здрасте. Здравствуйте, и пошли нахуй. Вот еще колодец. Так, тогда ищем факел. Где зажечь? Угу. Катсцена. Это тот чувак, который помер. Опять не от него бы прикуриться не мешало. Ну, здесь, по-моему, какие-то факелы были. Ну, ладно, я понял. Спокойствие, молодой чемодан. Времени у меня немного. Но факел я помню где. Ой, точнее, колодец. Вот уточки. Левая рука. Так. Нога, рука. И там голова, нога. Давай до конца надойдем. Что он летает, это все фигня как бы. Ничего там страшного нету. Он тупо мешает. И все. Как-то медальончик. Да, возьми ты его. Инвентарь забивается быстро в последнее время. Чалька. Так, возле тачки может быть что-то есть. Есть клочок бумаги, на котором что-то написано. Прошло достаточно времени с моего приезда в Silent Hill. Может, на этот раз я встречу дьявола. Но каждый раз, когда я приезжаю в крутое место вроде Silent Hill, мне всегда ужасно хочется пить. Джаспер Гейм. Джаспер, он там уже дохлый летает во все. Профита с него никакого. Здесь еще. Угу. Можно было бы, конечно, его там меч на него потратить и все такое. Но идите, я думал, уже с этой всей фигней. Так, последний предмет можно взять. Будет очень жалко, если мне сейчас что-нибудь полезное подкинут. Кишка. Ну, по идее, я почти в начале локации. Сохранение тут есть, кстати сказать. Да, мы сейчас здесь, короче, инвентарик-то почистим. Так, вроде, ну, тут больше ничего не лежит полезного. Есть обо что факел зажечь, кстати. Значит, где-то может быть колодец рядом. Тут нету. Так,
есть хилы, и вон там колодец. Все понятно. Ну давай хилы возьмем, короче. Возьмем. Все. Это последнее, что я мог взять. Башка уже ничья не поместится, там еще свеча лежит. Все, я понял. Возвращаемся в комнатушку. То есть это длинная локация, тут я все думаю, когда пятая часть-то откуда денется. Она вот, получается, две части в длинном коридоре будет. Но без бабы все-таки чуть попроще бегать. Потому что не надо ее ждать. Она не застревает хотя бы. Ну, вот это вот всякая фигня. Хорошо, что я ее в центре оставил. Ну-ка, вроде такая. Так, оставляем. Раз. Два, три, четыре, пять. Да. Залезай. Ой, я думаю, блин, самая жопа будет вот в этой опять локации в тюрьме. Там, где куча вот этого... Вот, ахинеи этой, блин, с крутящимися комнатами, где я вот эти головоломки решал. А вот, скорее всего, будет жопа. Там они ничего не заставят. Жесткое дело. Так, факел берем. Надеюсь, у нас мартышка не зареспавнится. Где-то здесь же он поджигался, нет? Так, вот колодец. Значит, в предыдущей комнате. Берем свечу. Не знаю, зачем я их собираю. Видимо, очень надо. Колодец не здесь? Да, здесь он. Так, значит, факел в другом месте. Факел в предыдущей локации. А нет, вот он. Даже ближе, чем я думал. Рука. Да и в принципе все, можно факел тушить и скакать назад. Вот рука, макак, бабуины атакуют. А идите в жопу, на каждого тратить время, здоровье. Я все заберу тогда, просто игра вытащит с тебя все соки. Я что ты непосильным трудом нажил. Так вот, один, второй моб, который к тому же не умирает просто. Я просто ни хрена не останется. Так, вот сюда. Тихо. Там еще где-то Джаспер у нас летает. Вот он. Здорово, Джаспер. По спидрану это все дело мутить. Пошел стрелку. Чик-чик, пробежался и все. Так, еще у нас... Еще в одну сторону надо сходить, получается. Там будет последняя часть. Правая нога. Или левая нога. Здрасте. Ай, догоняй. Ой, догоняй. Ой, догоняй. Ой, догоняй. Найдем жопу. Женщина, здравствуйте. Надо ее тут оставить.
пусть она лучше не успеет. Подожди. А я что был, получается? Там камень. Туда прошелся. Давай обратно. Нет, подожди. А тут вроде не был. Или был? Ну да, я там был. Ну давай тогда. Вот здесь, кстати, я подсвечивал колодец, интересно. Сука, попал все равно, смотри. Я вот не помню просто, сколько частей я собрал уже. Ну, интересно. Где-то я не прошелся. Не положено тут много так бегать туда-сюда, исследуя территории. Так, смотрим. Тун-тун-тун, да все вроде исследовал. Давай вернемся, соберем все части. Башка, по идее. Две руки. Две ноги. На земле лежит записка. Что-то здесь, что-то здесь, но здесь ничего. Я чувствую что-то из колодца. Чего-то не хватает. А, началось, Джаспер. Охрененная записка. Ладно, все равно сейчас домой возвращаться. Соберем свечки. Ага. Обугленное тело куклы сидит в инвалидной коляске. На ней врезано сообщение. Хотя мое тело уничтожено, я не позволю тебе пройти здесь, чтобы подготовиться к получателю мудрости. Я разрезал свое тело на 5 частей и спрятал их в темноте. Когда мое тело снова станет единым, пусть вниз будет... А, путь вниз будет открыт. Если ты получатель мудрости, то ты поймешь мои слова. Ритуал начался. Ну давай вернемся домой. Выложим свечки и возьмем с собой что есть от куклы. Беда разрушения. Я не помню, сколько я частей собрал, надеюсь, что все. По-моему, что-то не хватает. Будем искать. Так, выкладываем. Раз, два. Куклу берем с собой. Так, впрочем, она у нас часть куклы будет впрочем находиться явно. Нет? А, это оружие было. Понял. Раз, два, три, четыре. А, ну все. Все собрано. Окей. Сейчас будем надевать части.
Где манекен у нас? Давай, поточнее, чтобы он почитал. Нет, никак. Ладно, одевай. Я присоединил голову. Правую, левую, ногу, пару. Надеюсь, он не встанет. Неохота биться. Я с собой же ничего не взял. Оно откатывается, чтобы типа отверстие в полу появилось. Давай посмотрим, что тут можно, может быть, взять. Что-то с него выпало. Где он? Купол упал с инвалидной коляски, но в этом нет ничего интересного. Совсем ничего. Могу, блин, доеть. Давай попробуем с другой стороны обойти. А, тут вообще беда. О. Ну, все тогда что? Пошли к... этому отверстию. Здесь лестница, ведущая вниз. Пошли. Любители они, блин, всякие дырки позалазить. Это такое. По-моему, где-то в этих лесах приют дом желаний. Здесь отпечаток от какой-то небольшой бутылки. Книжка. Похоже на какую-то Библию. Сошествие Святой Матери, 21-е таинство. Знамение первое. Бог сказал, во время изобилия гневом моим мир очисти. Собери черную чашу, масло белое и кровь грешников десяти. Подготовься к ритуалу святого успения. Знамение второе. Бог сказал, преподнеси кровь грешников десяти и масло белое. Освободись от плоти оков и обрети силу небесную, из темноты и пустоты мрак произведи, и облачись с отчаянием в дарителя мудрости. Третье знамение. Бог сказал, возвратись к источнику через греховный соблазн, под бдительным взором демона глаз. Блуждай в одиночестве в бесформенном хаосе. Только тогда четыре искупления будут в согласии. Последнее знамение. Бог сказал, отдели от плоти ту, кто матерью превозрожденную является, и того, кто мудрости получатель. Ежели это сделано будет тайной 21-го таинства, мать возродится и дарует искупление нации греха. Обануваем. Что-нибудь можно взять? Нет. Ладно, пойдем, инвалидушка. Здесь есть круглое углубление, около 10 дюймов в диаметре. Назад никак. Блин. Придется возвращаться за медальоном. Но у меня, по-моему, при всем бы желании, все равно не получилось все вместе утащить с собой. Нет, не точно. Пошли за медальон. Это у нас двери, ни хрена. Так, в принципе, ничего визуально особо не изменилось. Так, оружие, прочее.
Сюда мы сейчас его и вставим. Можно было вообще у этого чувака куклу не брать, чтобы больше, блин, было бы места в инвентаре, могу сказать. Хотя, может быть, оно поможет потом. Он же мне ее дал, не зря. Тут целый диалог небольшой прописали даже для нее. Может быть. Блин. Обратно. Вот это дело он вставляет быстро. А с монетками мозги мне делал. Я не могу просто бросить Али на дно. Конечно, она же там затупила, как обычно. С двух ступенек спуститься не может. И дергается. Ага. У нас и локация закончилась. Все понятно. Ну, спустимся, сохранимся, да, можно серию заканчивать. Хотя я только оттуда, блин, жесть. Вот так и носить туда-сюда, блин, для удовольствия. Надо мне всех этих призраков прошмыгнуть. Было бы денег тьма. Ну, за час, в принципе, прошел. Ладно, ребят, будем на эту серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.